Позаклеивала как смогла. Поздравьте меня. Аринка напекла блины. Массаж ножек. Нет, они же не настоящие. Ух ты, кто еще танцует? И целовашки. А, ты его сильнее, Артур. Сильно поистрепались. Ну что, утро начинается с книжек, да? Подоставала книжки вот такие твердые, которые у нас были. Потому что у Тёмки очень проснулся интерес к книжкам. Он постоянно приносит. Да, Артур? Артурчик, кстати, тоже завлекается, когда начинает Тёме рассказывать, что на картинках. И все. Книжкам интерес проснулся. Ну, у Артура в это время нет. А вот Тёме очень нравится, как и Арине, книжки. Вот так. Вот так что всем доброе утро. Тёмочка, иди сюда. Иди, смотри, бегемот какой большой. Ну, и музыкальная тоже. Она уже вся растрепанная. Боже, я уже не знаю, как отремонтировать. Позаклеивала как смогла, и все. Но еще держится. Пойдем писать, все, Артурчик писать просится. Пойдем. Это так прикольно. Вот это наша книжка музыкальная. Ее ж можно читать. И постепенно здесь показаны кнопки нажимать какие. И Артурчику очень понравилось. Водичка капает. Давай, нажимай. Ему на лапу. Видишь, водичка капает, да? Кап-кап. А потом что? А потом цветочки. Кто поливает? Зайчик. Как поливать цветочки? Нажимай. Так. Тёмочка, тихо, 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 ты что делаешь? Это лейка, поливать цветочки. Да? Так, Тёмочка, ты ж это, ты чего книжками тут бьешься? А где у нас шарик надувают? Ну-ка, найдем. Вот, вот шарик, смотри. Смотри, зайчик надул шарик, и шарик прям волк проглотил. А когда он проглотил, зубиком зацепил, и он лопнул. Смотри, зайчик надувает шарик. Надувай шарик. Надувай шарик. И волк его, бах, и он лопнул. Да, Артур? Кстати, очень интересно. Привет, Сёма. Привет, забирает у меня телефон. Да, он лопнул прямо у него во рту. Представляешь, у волка. Вот это да. В общем, прикольные книжки. Надо будет еще купить музыкальную, только другую какую-нибудь. Я смотрю, ему понравилось, чтоб интересно. Тёме, кстати, тоже нравится, он постоянно нажимает. А здесь еще, видите, можно смотреть и нажимать тоже, рассказывать. Вот это прикольно. Да, и еще, кстати, новость. Поздравьте меня. Я Артурчику сумела предложить, ну, конечно, не заставляла, а договорились с ним одеть шорты. Но эти шортики, они, видите, с подкладочкой, как типа пляжная, то есть как трусики, то есть отдельно ему трусики одевать не надо. И очень удобно ему, будет хорошо, он не отказался, ему понравились. И все, и носит, посмотрим, как он будет в туалет в них проситься. А, вот этого я жду, да, потому что вы знаете, что он... Так, там уже драка. Тихо, 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 бедная книжка, успокойтесь, ну... Тёмочка тоже хочет. Артурчик, ты положи. Тёма тоже хочет. Положи, пожалуйста. Вместе смотрите. Ладно, все. Да блин, книжка так переклеена миллион раз. Прекратите, детки. Артурчик, положи книжку, так удобнее будет смотреть. А то Тёма расстраивается, да? Ну и вот. Ну, потом посмотрим, как он попросится. Надеюсь, не пописает он в шорт, а то все будет на полу. Давай, Тёмочка, спускайся и смотри книжку, так удобнее будет. Спускайся, зайка, на пол. Да, молодец, спускаешься ты правильно, как мама научила, да. Мы с Артурчиком на минут 20 сидели за книжкой, и мультики никому не нужны были, да? Отвлекаемся хорошо, это радует. Вот так. Что так вкусно кушаем? Мультик? Ну, там, пекут там эти венские вафли, да? Смотрите, какая стопка у нас блинов. Села и ест. В общем, пока мы тут читали книжки, Аринка напекла блины, я ей развела. В общем, целая гора. Будем сейчас кушать, сейчас чай и компотик, которую погрею. Малыш тоже подъедает, да? Очень довольны. Вот так вот. Отлично просто. Вот, смотрите, чайника-то у меня нету. В этой кружке грею компот Артуру, в этой кружке водичку нам на чай. Заварка уже есть, компотик виноградный, который надо пить. Да, чтобы... Мы обычно не любим пить компоты, не знаю, как-то, ну, не то немножко. Вот чаи я больше люблю. Ну, деткам заходит, да. В общем, пока мы тут кушаем с Ариной,
Я тоже кушаю, просто присела. Разложила весь набор коврика массажного. И они тут бегают у меня, устроили тут беготню. Я думала, они машинки покатают, потому что мы катали их до этого. Они решили побегать, ну тоже хорошо. Да, интересно. Есть такие противные, что невозможно стоять. Есть такие нежные, что просто кайф. Вот так вот. Массаж ножек. Прикольно. Я не жалею, что купила этот набор. Отдала за него где-то 115 рублей за такой набор. Ну, очень крутой, мне нравится. Что там делаешь, а? Играет. Тёмочка спит. Артурчик у нас сел. Кушает. Еще блинчики утрешние подъедаем. На улице, смотрите, какое солнышко. Просто кайф. Коврик постелили туда. Собрали. Просто красотень. Вот. У нас уже почти час. Тёмочка только заснул. Хотя почему только? 20 минут уже спит. И мне надо срочно делать видео. Срочно, срочно успеть все сделать. Вот так вот. Какая красота. У нас прям Новый год. Да, Новый год прям. Вау. Артурчик, Фарина ему отдала, а Артурчик включил. Проверяет, пошел в темноту проверять, представляете? Пытается задуть. Нет, они же не настоящие. Их не надо дуть. Их выключаешь на кнопку и все. Вот, Тёмочка еще спит. Полтора часа. Коты встретились, которые не любят друг друга. Вот, а я все еще делаю. Намазал, а теперь клею в любое место. Угу. Приклеилась, да? Ну что, приклеилась? Молодец. Все, нормально, видишь? В общем, Маринка дала ему куча-куча всего. Ему вчера, видимо, понравилось клеить. Фиксики. Ну, ты сказала, они тебе не нужны. Все, все, малыш увлечен. Видите, телек работает. Ему... Он... Что ты делаешь? Ты сверху не надо мазать, Артурочек. Или ты будешь кучу клеить одну. Все в одну кучу. Ладно, пускай балуется. Покажи ему еще. Опа! Давай еще. Оп, 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 оп. Давай-ка повторяй. Ух ты, ух ты, ух ты, кто еще танцует? Молодец! Вот так вот, молодец! Молодец! Тёмочка, ты станцуешь? Ой, 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 молодец какой! Ой, молодцы! Не зря мы танцы, смотрим танцы с песнями, да? Закопался тут кто-то, да? Ну что, у Арины задача отодвинуть. А тут всячески мешать, чтобы разложить стол. Не испортить коврики. Да? Ну что, у нас 4 часа, мы тут уже обедаем вовсю. Тёмка, у нас опять супчик трескает вчерашний, ням-ням, вкусный. Я ему сделала, ну и мы сейчас покушаем. Тёма смотрит за вами, наблюдает. Все, Арина разложила свой стол для кушания, да, и для всего остального. Давай кататься. Это мой телефон, Артур. Нет. Да что это такое? Ну, мой телефон на расхват. Артурчик обиделся, все, на маму. В общем, мы тут качельки разложили, деткам катаются тут по очереди. Так, давай. Очень-очень прикольная качель. Качельки выдерживают даже 15 килограмм. Артурчик у нас 15 килограмм весит. Тёмка, да? Слазь. Угу. О, там уже все. Мир да любовь. И обнимашки. И целовашки.
Вот так вот. Тёмочка, молодец. Ну да, он обижается, все. Тёмочка, скалолаз ты малой. Давай, давай. Кто догадается, что мама будет готовить? Подсказка. Я оно сзади стоит. В общем, ни за что не догадаетесь. Не, ну догадаетесь, но можно ошибиться. Верни на меня камеру. Не, не так, нормально. В общем, после вчерашнего всем понравилась очень пицца, которую слопал Артурчик. И сегодня я буду готовить всем пиццу. Все, переворачивай камеру. Если оно сейчас упадет на пол, Алина, то ему будет жандец полный, понятно? Девонька, положи на место это тесто. Кто так же хочет сделать или уже делал, обязательно это я. Артурчик сегодня без майки, но зато в шортах. Надо его майку одевать. В общем, у нас уже 8 часов. Детки в Голливуде, потому что разложен диванчик. И там у нас происходят прыжки. Как с тобой Тёма играет? Артур, покажи скорей. Тёмка. Ну-ка. А, ты его сильнее, Артур. А ты поддайся, и он тебя толкнет. А, не хочет. Что такое? Да. Артурчик, аккуратно. Ой-ой-ой. Ой, иди пожалей, братика, скорее, Артурчик. Спрятался. Пожалей Тёмочку, сходи. Артур, пожалей Тёмочку. Ты смотри, он расстроился. Артур. Ну смотри, он расстроился. Ну. Его, обними. Ты покажи Вова ему, как надо обнимать. Иди обнять. Смотри, как папа делает. Смотри, надо Тёмочку пожалеть. Пожалеешь? Иди пожалей. Пожалеешь Тёмочку. Смотри, как он расстроился, Артурчик. Не хочет. Но частенько он жалеет, когда мы просим Тёму. Аккуратно, только головой своей осторожно. Что он делает? На волосы укусил. Тихо, аккуратненько. Так вот, ну, в общем, тут развлекухи. Вот, а пиццы-то уже готовы. Вот это Артурчик. Свою уже лопает. Жулик, ты на фоне лопает. Вот это зеленое, это мой майонез получился. Таким зеленым, то, что много укропа добавила. А Артурчик потихоньку бегает. Наши, кстати, тоже готовы. Пирожки там с последнего теста жарятся, там 3 штуки. Ждем, будем есть. Вот так вот. Артурчик у нас играется, да? Пиццу будешь еще? Вылавливаем его, что пиццу дать. Это шутка. Он просто сам туда полез. Привет! Здесь это свет, да? Артурчик, где ешь пиццу, то папа съест сейчас. Это он уже час растягивает, играется, ест, играется, ест, да. Так, что-то там Тёмка делает, непонятно. Сзади у тебя папа. В общем, у нас 9 часов, все бодрые. Никто не спит. Даже вот этот вот крапус. Этот вообще за уборку взялся. Да? Убираться будем завтра пылесосить. У Артурчика батуты, у Тёмки пылесос. Завтра будем по-настоящему пылесосить. Уже грязновато у нас. Да тут с такой кучей котов и детей грязновато тут... в первый же день сразу. Да, только я уже показывала. За 2 часа. Полчаса проходит. Ты куда? Артурчик, папа твой пиццу сейчас съест. Сейчас не будет, если уйдешь. Иди скорее кусай. Иди. Иди. Вот так вот надо детей заставлять есть. Не, ну мы не заставляем, просто. Просто дурачимся. Время.
И наши парни заснули. Артурчик заснул на подушке. Сейчас буду переодевать себя, надевать штаны. И все. И Тёмочка там уже спит. Все, заснул. Представляете, это когда я час назад почти снимала, да? Мы еще не поели. Артурчик не доел немножко, я начала. Папа даже не приступал. Вот. Мы с ними время проводим. И теперь спокойно сядем. Да, теперь подышим. Никто отвлекать от еды не будет. Вот, так что все. Всем приятного аппетита. Это наш ужин. Больше мы не хотим наедаться. Ну, это... Я уже не могу больше по вечерам есть. Мне надоело. Я хочу, не знаю, что-то по более легкое. Либо... А вот это легкое, Вася? Ну, легкое. Но... Я просто не хочу уже этих каш в себя наедать. Угу. Рис, там еще что-нибудь, макароны какие-то. Угу. Максимум, что я буду есть, это до 7 часов. А после уже, возможно, чай какой-то с чем-нибудь, либо, может, яблоко, еще что-нибудь. Да, попроще. То тяжеловато спать. Что-то? Ну, давай, мы ж поедим и посмотрим хоть что-нибудь. Это на что-то новое надо там. Ну, вот так. Пока так. Потом будут у нас еще дела. В общем, я на кухне. У нас 11 часов уже. И я собираюсь... пошить немного на своей любимой теперь уже швейной машинке. Вот, потому что я поняла, что вещи, которые у меня есть, нужно ценить, иначе с ними что-то начинает происходить не то, и они начинают портиться. На свою машинку я много раз жаловалась. В итоге она меня подводила всегда. А теперь я ее люблю. Вот, ну это как бы, это не шутки вообще-то. Это совсем не шутки. Вот, и она меня устраивает. Я здесь уже нарезала немножко. Это вкладыши, многоразовые подгузники моих малышей. Вернее, уже только младшего, потому что Артурчик уже не носит их. Он уже в туалет ходит сам. Я рассказывала, вы видели. Вот, немножко поистрепались. Не то, что немножко, а сильно поистрепались. Вот. Ну, это я свои делала, шила. В общем, вот эта ткань, все, ей пришел вот так вот. Вот, в общем, от старости, от стирок. Вот, и выкроила с трикотажика и займусь. Сейчас нашью, и будут как новенькие. Вот такие дела. Так что вот такая работка мне предстоит. Еще кусачка. Сейчас выпущу. Секундочку.